Приветствую вас на канале Asmodee Play. Мы играем Ассасин. Блин, название у него, правда, я не помню. Ну и доехали. Вот, внизу. Рогу. Рог. Охрен. Ассасин и Ассасин. Давайте. Продолжаем. Уроки и открытия. Ага, 2%. Это учитывая, что я еще один сундучок не забрал. Так, что случилось, друг мой? Кстати, смотрите, русского добился. Земля тряслась. Скачал. Океанские волны смели Порт-о-Пренс. Много людей погибло? Тысячи. Практически в каждой семье. Так, а тут горе. Как? Ага. Мне неприятно говорить. Просто эти-то ассасины от первого отличаются по управлению. Тебя там госпожа Хоп обыскалась. Давай, а тут... А, тут достижений-то и нет. Блин, после Халка-то... Все ожидаешь каких-то достижений. А вот эта местность другого ассасина, она у меня, ассасин эта игра уже есть. Про индейца там. Ты опоздал. Хоп, что я пропустил? Всего лишь первый час обучения. Ты так скучен, Кесига Вася. Наше дело важнее веселья. Потрясай воздух для шеи совершенствования, что для кошки ошейник. Эй! Как жаль, у мальчишки определенно есть талант. Дерево. А дисциплины не достает. Пряжка с дерева, ладно. С корнями как ладно. Что нужно делать? Умно. Попил чайку, да? Давай. Что у нас сегодня? Стрелять будем. Вот, возьми. Это твои? Так у тебя появится хоть какой-то шанс. Давай. Понятненько. Вот цель. Так. Лучше не спеши, но и не тяни, дел у нас полно. Патроны. Перезаряжаем. А теперь смогу ли я вот так стрельнуть? Стой на месте, любой попадет. Попробуй стрелять на бегу. Давай, быстрее. Давай, 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 давай. Давай. Ё-моё. Уже почти. Вроде справился. Молодец, Шей. Так держать. Ты молодец, Шей. И плюнь на насмешки. Все желают тебе только добра. Ладно. Следующая тренировка. Почему меня только тренируют? Неужели ты вовремя? Разве я могу заставлять даму ждать? Я не дама. Не забывайся. Я учитель. Сойдет. Твой шанс. В постели все равно будешь. Я с тобой согласен. Чем займусь? Тем, кем я захочу. Узнаем. Хочешь собачкой? Узнаем способов убить. Вы двое, что ворон считаем, следите за шеем. Убейте цель сверху, убейте цель из куста. Можешь сделать это незаметно. А ты молодец, Шей. А, даже вот так прячется. Шей, самое главное затаиться. Умей выжидать, и все получится. Просто отлично. Оп. Ты удивил меня. А ты, похоже, знаешь, что нужно делать. Я вижу, вон он! А, в смысле, я еще должен и не попасться? Если атаковать из-за угла, враг ничего не заподозрит. Ха-ха-ха!
похоже, знаешь, что нужно делать. Хм, чуть лучше, чем я ожидала. Понятно, я даже не знал, что они будут за мной следить. Ты научился, Шей. Только не надо задирать нос. Ладно, по крайней мере, вы хоть знать будете об этом. О, стой, пропустил. Шей, идем. Будем учиться выживать в дикой природе. Думаю, до сих пор я неплохо справлялся. Возможно. Но мне есть чему еще тебя научить. Давай, учи тогда. Я тебя жду. Господи, как они, как этот Наруто в аниме нахрен по деревьям только и бегают, что по земле нету, что ли? Чё вот по деревьям вот эти сложности, зачем? Это же сложно. С ветки на ветку, как обезьяна, прыгать все время, ноги в напряжении. Хрен ты так напрыгаешься. А по земле беги, да и беги там, по крайней мере, все дальше и больше. Пора на охоту. За кем охотимся-то? Сосредоточься, чтобы найти добычу. Понятненько. На. Не убивай напрасно. Используй дары природы с умом. Я уже знаю, уже столько кроликов зарезал нахрен, пока. Да. Теперь используй то, что ты смог добыть. Ну давай. И чё у меня тут? Где мои шкурки-то? Снаряжение. Боеприпасы. А, охотничьи трофеи. Вот, шкуры зайца, смотрите, целых 14 наубивал уже. Ну, там бегал. Ну, кости, естественно. Ну, шкура этого. Боеприпасы, дымовые бомбы, предметы заданий. Это вот меч викинга, у меня так награда за предметы роскоши. Да, теперь используй то, что ты смог добыть. Так, нажмите для входа в меню создания. Изготовьте кобуры для пистолета. Снаряжение. Карты сокровищ, охотничьи трофеи. Так, а как мне изготовить? А куда я должен дальше-то идти? Так, предметы заданий. Да, вообще не туда. Так, загрузить. Нет, датчик прогресса. Воспоминания. Ну, незаметно подберитесь к британским часовым. Оставайтесь во время урока, хоп. Закончите занятие, ага. Это не то. Так, улучшение корабля, улучшение для вот это. Клинки, пистолеты. Кремневые. Хрен там, одежда. А где кобуры-то делаются-то? Ремесла тогда. Вот, кобура. Выбрать нужно. Подтвердить. Все. Сделал. Держи пистолеты под рукой. Ахиллесу есть что тебе показать. Да все, я уже у него прошел. Задание.
Понятненько. Ладно. Вернитесь. Вернемся давай. Мне, правда, в одно место надо сходить. Оно было закрыто. Сейчас я не знаю, оно откроется, нет? Так, вот дом. Это, кстати, по карте сокровищ, опять же. В прошлой игре мы одну карту открыли, вот. И здесь вот сейчас карту сокровищ. Ну, вроде как пока бегу. Ага, хрен там. Сюда нельзя, да? Ну-ка, ну-ка, ну-ка. А мне надо вон туда, к елкам, короче, попасть. Твою мать. Оставайтесь в тренировочной области. А то все еще тренировки у меня идут. А я думал, закончились. Шей, говорят, ты стал отличным стрелком. Отлично, все верно. Спасибо, наставник. Мой корабль ждет, Ахиллес. Народ Гаити будет благодарен тебе за этот груз. Надеюсь, ты вернешь пропажу. То есть? Тамплиеры украли артефакты. Манускрипт древнего знания и шкатулку, что поможет прочитать его. Следы похитителей ведут сюда, но дальше искать придется тебе, друг. Прощай, Оби-Вали. Оби-Вали. Оби-Ван Кеноби. Тот, кто владеет артефактами, может попасть в святыни предтеч. Не вернем их? Опасность грозит всем. Так закончилось или нет? О, задание выполнено. Хрен с ним. Ну что, продолжаем, что мы? Оп, сначала оружие, да, потом я появился. Вот теперь, возможно, мне эта область и откроется. Твою мать, хрен там она открылась. Размечтался. База данных минус Ахиллес. Ага. О. Тихо, тихо. Так, и здесь шкуру снимем. Тут где-то еще один прыгал. Так, 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 так. О, эй, о, зигуне брунэнджи. О, эй. Давай. Куда? Это из Лекса, кстати. Куда ведет след тамплиеров? Гимн Брунэнджи. Лайм, чтобы ты отдался на волю случая? Не ерничай. Поле боя выбираем мы. И где, как не в море, мы сильны. А ты прав. Что ж, в путь. Так, и вот сейчас момент, я хочу посмотреть управление кораблем, потому что я забыл, как в стороны бить. Где у нас? Датчик улучшения снаряжения, параметры, звук, видео, интерфейс, управление. Вот, управление, корабль. Так, быстрее замедлить. Вести корабль влево-вправо, приготовиться, ну понятно. Подзорная труба Е, вид сзади. 2. Шанти. 3. А, это песни. 3-4. Это петь. Переставить петь. Меню карты. Прицел. Выстрел. Ружье пакла. Ну, это вот задний. Мортира. Кью. Мортира Кью. А, короче, мне надо там вертеть, да? Все понятно. Паруса отдать! Круче к ветру! Только одна зацепка. Надеюсь, она приблизит нас к артефактам. Так Ахиллес поручил это тебе? Нет. Поручил поручить тебе. Найти то, что украли Макандалис. Тебе нужно вернуть шкатулку предтечи и манускрипт.
твое задание. А твое задание? Присматривать. Хорошо устроился. Так ведь? Это пока, Шей. Сделай это для всех нас, и увидишь, как все изменится. Вайер, а что там Ахиллес пишет? Он постоянно сидит у себя, уткнувшись в бумаге. Записывает, подсчитывает. Собирает. Молодой, кстати, Ахиллес-то еще, заметьте. Пишет письма нашим братьям и других людей. Ну да. А что у нас здесь? Вайер, ты вообще осознаешь, что очень немногие знают столько же, сколько ты? Я не виноват, что Ахиллес меня знакомит с ассасинами в Европе и в других частях света. Так, ну-ка я хочу взглянуть, подождите. Твою мать. А мог бы вот на веревочке. Да помолчи, я просто разведаю местность. О, кстати, смотрите, крест. Ну-ка, давайте-ка посмотрим, где он тут у нас. Вот. Крест тамплиера. Сундучок наверху. Вот видите, мы пристали. Хоть денежка будет. Ну, по поводу денежек я как-то вот пока не очень переживаю, хотя стоило бы. Вот враждебная территория пошла. Вот вам и пожалуйста. Здрасте. Не было напасти, и вот тебе здрасте. Корабль хрясь и распался на части. Ага. Давай. Давай. Так, вот эти фрагменты, я не знаю, что они дают, конечно, мне. Может, какие-то коллекционные действительно предметы открывают передо мной. Но я пока ничего такого. Не заметил. Это что, лагерь обозначения? Что такое обозначение от этим? Ну-ка. Где у меня легенда? На L, да? Военная корреспонденция. Вот письмо. Письмо номер один. Больше ничего такого вроде нет, да? Да нет, ты куда пошел-то? Нет, мы сейчас наоборот. Нам надо наоборот разведать. Пенек. Давай, Калич.
Вот мы островок и осмотрим. Ни хрена себе островок хоть. Ни хрена себе островок. Осмотрел. Ладно. Кто бы там ни был, сейчас мы посмотрим. Прибудем. Да тихо ты. На. А ты подумал. Ну давай, давай, давай. Я вообще-то на другой рассчитывал, ну ладно. Ой. You there! Stop! Вот тебе и стоп. Эх, что вы тут охраняли? О, что-то есть, подождите. Пули заполнена. И все, что ли? Ну, островок-то, да? Ну и ладно. Внимание, запретная зона. Как видите, мне никто ничего не запретил. Я делал, что хотел. Смогу допрыгнуть? Давай, давай. Твою мать, не допрыгнул. Как своего любимого сына. Давай. У него только один сын. Коннор. Значит, как наследник. Коннору отойдет дом, а тебе звание. Увидим. Как скажешь, принц реген братства ассасин. Еще раз так назовешь, за борт выкину. Охренеть! Вот потонем, Кэп. Только скажите. Ой-ой-ой-ой-ой. Слишком много повреждений. Блин! Нет! Надать скорость!
парус наполнился ветром. Огонь! Крить подселяй, Брамселяй! Так. Блин, валим, валим отсюда. Охренеть, он где-то рядышком, да? Спустить бомбу, Марселя и Марселя! Меньше ход! Стой, еще паруса отдай! Рикните, Марселя! Ноги давай! Поймаем ветер! Убавить паруса! Акури! Свободу гротам! Спустить Брамселя и бомбу! Я хоть попал? На борда. На. Давай. Вот и все. Я буду решать вашу судьбу. Так, почини, не? Починил. Вот и все. Спокойно, спокойно. Спустить паруса! Ловим ветер! Ой, там бой идет какой-то. Брамселя, Брамселя, бомб Брамселя, Лиселя! Отдать бомб Брамселя! А я не понял, а у меня что там, почему красное? Так, мне бы вот сюда бы сейчас. Так. Швартуемся. Как-то вы, блин. Так. Какие-то бойни. Кит. Печально. Ладно. Давайте исследуем местность. Опа, опа, забор. Ладно. Так, охота подождет. Сначала, раз уж я здесь, надо осмотреться. Хочу здесь свой домик установить. Ничего?
На. Так, больше тут никого нет? Никого. Ко мне туда как забраться? Отсюда? Нет. Как по дереву, не знаю. Или вот. Подожди, тут где-то сундучок был, что-то же они охраняли, вот. Так. Господа. Военная корреспонденция. Письмецо в конвертик положу, в нем тебе три слова напишу. Так, пока все нормально идет. Блин, Марину мне испортили. Карта. Вот повезло. Подожди с картой. Вот так. Теперь мы идем куда? Правильно, сюда. Ограбим мы что? То, что наверху плохо лежит. Блин. Да пока вроде неплохо, да? А, найдены боеприпасы. Это боеприпасы. Все, мы поняли, что такое. Так, где-то тут алмаз. И тут где-то у нас еще один какой-то фрагмент висел.
О, еще один какой-то алмазик. Надо только не забыть про фрагмент. Куда-то идет туннель. А, так вон он как бы. Все ясненько, понятненько. Оказывается, вот посюда можно было зайти. А я чуть ли не в центральные ворота постучал. Так. Где сундук? Сундук выше. Так. Ну-ка. Не-не-не-не-не. Ты заоборот, залазь на дерево. На это дерево ты не залезь. Ладно. Вот так. Я не понял, то ли солома там, то ли снег, что понасыпали-то. Вроде все сделал, да? Все. Можно, конечно, дождаться оленя. Ну, я думаю, не стоит. Точка была зачищена. Все здесь мертвы. Все хорошо. А еще и ворота закрыты. И вот здесь еще дыра. Понятненько. Ясненько. Господи, чего у меня с кораблем-то? Капитан, за штурвалом! Так. Куда нам надо-то? Ну, на принкин, думаю, проскочим. Поймать! Давай. Тут главное... Мы вроде недалеко, сейчас мимо вот этой хрени проплывем. Кораблям главное не попасться. А то пока мы для них добыча. Не успел подхватить. На, все-таки врезали.
Охренеть, ты что, серьезно думаешь, что против башни мы сейчас устоим? Так, а у меня где миссия? Это вообще есть задание? Так, лудильщик, море, солдат, шпион. Основное задание. Замолкните уже! Не сейчас, ребята. Спустить бомбу, Василя и Марселя! Все паруса отдай! Аккуратней, аккуратней. Швартуемся. На. Да пока вы пришвартуетесь нахрен. Я уже добегу 10 раз. Так, коллекции 0, сундуки. Ну, ага, пока еще ничего не нашел. Подожди. Ладно, давай начнем задание. Поверьте, во Франции на лобстеров огромный спрос. Какой страшный. А, вот и наш огородник вернулся. Вовремя. Нашелся след любопытного манускрипта. Прочтете? Удивлюсь. Никто не может его прочесть, недоумок. Потому тамплиеры столько с ним возятся. Но наш союзник сумел их выследить. Пират? Шпион, но работает с ними. Мы плывем на антикости. Заодно посмотрим, антикости, как переживет это плавание твоя лохань. Подожди. А насколько надежны эти пираты? Подожди. А, вот так можно попасть было. Так, ну-ка. Ne fais-je pourtant pas tout mon possible pour t'assurer une vie de bonheur et de plaisir? Qu'est-ce que tu fais, espèce de marâtre agréable? Calme, tu pourrais blesser quelqu'un. Ah ouais, c'est toujours un peu. C'est un peu de moi qui... Oh! Tac. Чтоб меня там поблизости не было, да, пока что. Вот так. Вот видите, как все хорошо сложилось. Для меня. Еще выше. Так. Я так думаю, мне вон туда надо. Ah!
Так. Грабим. Блин, а где этот чемодан там находится тогда? Блин, где-то наверху чемодан находится. Да, твою мать. Так что на крыше его нет, это точно. Не понимаю, где он может находиться там. Это подземный туннель. Наверху. Как мы у тебя до... вот по сюда доберусь. Так, что у нас на острове? Купить улучшение для Морриган. Понятно. Ты мне не продашь ничего, да? Ну и ладно. Как братья, Шей. Когда придет время, они помогут нам победить тамплиеров. Вот бы англичане поняли, что именно тамплиеры управляют ими. А что, тамплиеры и в самом деле управляют колонией? Не совсем, но их влияние весьма велико. А что шпион, как его?
Охотник не твоя забота. У него есть друзья как во французском, давай, так давай, и в английском. Так это друзья, как я понимаю. Он знает о том, что происходит. Дружественный на корабль. Лучше, чем все мы. Вайн, расскажи мне про Адуэн. Как ты расскажешься? Да, как-то мне выпало честь с ним работать. Мало кто так же предан нашей идее. Но это не все. Адевали стал легендой еще до прихода в братство. Он был пиратом, грозой Вест-Индии. Водился даже с черной бородой, Вудсом Роджерсом и Калика Джеком. Сколько а громких тут... слов-то. Книги почитай, что ли. Лет 20 назад Адевали перехватил конвой тамплиеров и забрал загадочный сверток. Он поплыл в Порт-о-Пренс. Давай, до порта да и доплывем. Якобы была верна нашему делу. Дайте угадаю, он ошибся. Нет, она справилась. В итоге сверток попал в руки Франсуа Макандаля, наставника братства на Гаити. Еще парусов! Давай, 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 давай. Леселя, поймаем ветер. Вроде, а это груз. Оказался остров Мироличи. Спустить все, кроме гротов. Паркуемся. Якорю. А я пока посмотрю. Так, ну это мы знаем где. Вау, 252-624. Вот, короче, вот здесь вот он, вот здесь вот где-то, откуда мы приплыли. Так, что нам для начала надо? Для начала надо местность разведать. А где сундучок? Вот он сундук. Грабим население сразу. Да отпусти ты. Вот еще одна песня где-то. Где-то сундук. Давай, давай, давай. Опа. Не упал. Нифига она дёру-то дала. Хрен догонишь. Ну и ладно. Будем знать. Сначала здесь возьмем. Что у нас сундучок здесь? А то я бы сейчас спустился бы.
Потом обратно бы ломился за ней. Так. Теперь вот можно прыгать. Оп. Да не так. Блин. Прыгать. Нет, лодка мне пока не нужна. Мы сюда сейчас за корреспонденцией или чем там пойдем? Вот здесь вот где-то под водопадом. Внизу. О, чудо, что не разбился. Найдите шхуну королевского флота. А еще и читать можно. Ну давай. Там все потом. Для сюжетной линии это не имеет значения. Ну вот сюда вот еще. Ладно, плывем. Я оттуда потом проще перепрыгну. Пойдем последний соберем с этого острова. Давай, давай, давай. Вот в эту сторону мы не ходили. Ну вот, кстати, 200 поднял. На, не ушла все-таки. Ой, это я как бессмертный-то раздухарился. Ладно. Я-то целёхонький, а вот... Ты можешь отойти? Капитан штурвала! Так... Я всё-таки хочу... сплавать сюда и найти эту... карту сокровищ. Причем учитывая, что... подзорная труба, да, мы знаем? Это быстро будет.
Марселя, спусти! Раз! Ветер крепкий, Шей. Ничего. Потом у меня будет быстрое перемещение. Но это будет потом. Спустить бомб Рамселя и Марселя! Рамселя долой! Рамселя Нагитовы! Лиселя отдать! Вперед! Отдать Марселя и бомб Рамселя! Капитан! Нашел. Корабль. Ему туго пришлось. Что ж, отлично. Пожалуй, самое время пустить его ко мне. Предлагаю не спешить, там королевский груз. Посмотри в трубу и сам все увидишь. И учти, нескольких попаданий достаточно. Если что, пойдет на дно вместе с экипажем. Попал. А чё, он уже мины ставит? Нас задели! Убавить лиселя! Отдать гроты! По ветру! Обрасопить рейк ветру! Так, подойди к нему вплотную, удерживай С. Там не стреляй! Так мы его потопим! Время пришло, капитан! На бордак! Всё! Добыча мяса! За борига! Давай, тяни эту тварь сюда. Так, мне нужны пистолеты, да? Тянем. Давай, команду из пятерых надо, да, значит, заводить. Я готов. Первый есть. Третий. Вот тот же. Захватили груз. Пиратствуем. Пиратствуем. Конечно, чинить, избавиться от раз. Починить. Местах опасная, капитан. Я бы посоветовал укрепить Морриган. Потолкуй с капитаном ближайшего порта. Сможем купить что-нибудь полезное. Не знал, что на Гаити есть кто-то из братства. Есть. Их наставник Франсуа Макан. Многие маруны стали его учениками. Это сбежавшие рабы и их дети, да? Да. Как грустно. Спаслись от ужасной участи, но погибли в этой катастрофе. Но Гаити — французская колония. Все верно. Здесь ассасины служат королю, а на Гаити французы держат правду. Ассасины действуют в неограниченном количестве. Антидости уже близко. Держите курс, капитан.
Да. Вроде беспалево его затопил. Далеко от всех. Нам точно сюда? Тут же только рыбаки, да их сети. Да, в Персе полным-полно рыбок. Но и для нас кое-что найдется. Сначала тут рыбачили французы, но Георг все пытается их потеснить. Угу. А местным деться некуда. Ну вот мы и приплыли. Убавить парусов! Якорю! Швартуемся. У меня так корабль раздолбать, и швартовщики. Так, что мы тут ищем? Да, мы понимаем, что тут все можно купить и продать. Но для начала обследования. Вот так. Чтобы за нами не подсматривал. Тихо. Раз. Два. Раз. Два. Так, ладно. Местность мы себе немного расчистим. Да слезть, господи, как ты запрыгал-то. Местность мы немного расчистили. Где вот вот сундучок возьмем? На. Полезли. Изучать местность. Раз. Маяки. Маяк тут, маяки. Маяк. Оговорился. Ну, прилично, прилично посмотрели. Где-то там еще, да, есть? Да. Это потом. Так, это мы потом купим. У нас остался один единственный где-то. Где он? А вот, кстати, мы и тот сундучок сейчас можем подобрать. Я думаю, мы успеем доплыть до того, как замерзнем. Всего лишь за поворот вот. Как смотрите, и вода теплая. Как видим, не замерзает. А нет, мерзнет все-таки. Мерзнет. Давай обратно. Насколько ты сможешь проплыть?
вылез, да? В одежде, кстати, плывет. Он вообще тяжко должно быть. Муму! Так, тут у меня все закрыто пока. Ладно, таверна. А что в таверне делают? Освободись, оставайся незамечен. Подраться хотят. Давайте алкашины. На. Разбойники, да? На. Вот так вот. Молча, причем всех раз кидал, нахуй. Ни слова не говоря. Так, ты чего у нас? А, ну. Продолжайте до тех пор, пока трактирщик не сможет дать вам информацию. Нанять в команду. Набор команды. Наберите моряков в команду вашу корабля. Чем больше экипаж, тем больше абордажная мощь. Так. Ага, во время задания взаимодействовать нельзя. Хорошо, понял. Освободите заложников, стать незамеченным, значит. Продолжайте до тех пор, пока трактирщик не сможет дать вам. Блин, надо метку снять. О, вот посюда надо. Давай. Вот так и должно было быть. Кристалл памяти. Где ты? Так. Сундук. Давай, где ты, сундук? Наверху. Так. Идем далее. А я не могу купить, что ли, его? Блин. Ладно.
коллекционные предметы. Так, так, так. Вроде да, все собрал. Пойдем теперь вот обратимся сюда. Улучшение корабля. Вы можете улучшить свой корабль у капитана порта. Вам понадобятся ресурсы, которые можно добывать различными действиями при абордаже кораблей, грабежей, лагерей, снабжения и фортов. Захватите поселение. Захватите поселение. Что вы сегодня хотите? Ну давай смотреть. Вам продать. Так, раз мы такие ленивые жопы, что вы сегодня хотите? Не хотим бедствовать. Купим улучшение. Корпус. А купить? Корпус. Все. Продолжайте кампанию, чтобы разблокировать это улучшение. Так, понятненько. Давай, пока то, что есть. Так. Это мы пока не можем. Стоять. Приобретено. Блин. А вот внешний вид. Плохо. Там паруса такие были. Нет, эти пока у меня не надо. У меня их и так мало. Починить корабль нет необходимости. Ну ладно, хоть немножко укрепили, то ладно. Да. Так вот мы ленивые жопки такие. Необычное дело. Конечно, необычное. Так, что мы имеем тут? Это пока еще не открылось, да, и не откроется. А, раздел читов. Нет, меня только деньги интересуют. Неуязвимости меня всякие не интересуют. О, теперь зайдем в таверну. Потому что неуязвимость это нет. Такое я не играю. Теряется интерес. Ладно. Продолжим кампанию. Пойдем на корабль. Там. Пора отправляться. Не понял, ты как так умер? А корабль разбился, что ли? Охренеть. Надо вернуться на курс, капитан. Точно. Охотник уже ждет нас. Море в этих местах опасное, капитан. Но за Морриган я бы не беспокоился. Давай. Корабли! Снова рыбаки из Персе. Они кто-то прибачил лодки. Думают, кто-то посмел нарушить их границу. Эти трусы поплатятся. Кстати говоря, они мешают нам продолжить путь на путь. Что скажете? Может, погубим их всех? В это веки я соглашусь с тобой, Шей. Давай, значит, купим.
Мы все паруса! Блин! Ну, на. Выяснил все, что надо. А может, я император Рим? А вы Цезарь. Так, ладно. Соленый воздух, чистое небо. Думаю, только в море человек может быть свободен. Что скажешь, Вайн? У нас есть задание, Шей. Не отвлекайся. И в чем же смысл свободы, если даже не вздохнуть спокойно? Тамплиеры здесь как у себя дома. Пока я здесь... Мне кажется, нам нужно просто поговорить с ним, а то все ходим вокруг. И что, будешь мило ему улыбаться, когда тебя наступят сапогом на горло? Нет, конечно. Это убийцы, которые хотят получить как можно больше власти. Не забывай. Можно подумать, что мы намного лучше. Вот так. Давай на абордаж возьмем. Вот так. Спустить брамселя и бомб брамселя. От ветра, от ветра. Так. Отдать якорь! Бросить якорь! Ну-ка, подождите-ка. Давай, 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 ползи, ползи. Большой сундук. Нифига так не работает. Давай, 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 выплывай. Вот почему на абордаж не брали его. Давай. Ой, не то нажал, не то нажал. Вот сюда, приплыли. Смотрим, что у нас по карте там. Кости. Охотник ждет там. Надеюсь, он знает, где искать манускрипт. Швартуйся, Шей. Вот мы и на антикости. Вперед, Шей. Встретимся в порте. Так, что у нас там? Ну-ка, смотрим. 252 на 642. Так, это мы знаем. 252 на 642. А мы сейчас где? Вообще не там.
Так, так, так. Наверх смотрим. Это наш дом будет. Сундуки, коллекции. Мари хочу. Она такая добрая, светлая душа. А где ты? На ее свадьбу. Пролез и на праздник попал. Я бы сказал, в переплет ты попал. Так, вот так вот, подождите, аккуратненько все делаем. Где-то наверху. А сундучок? Не его показан. Нет? Значит, в палатке. Давай. Идем все по порядку. Подняться даже можно. Наверху. А не посюда, посюда мы поднимемся. Давай. Вот она, карта. Так, 724 на 176. А у нас, о, можно даже пока не загадывать здесь. Это я могу потом сам поплавать. И опа, надо метку снять. Следующий. Что тут со стеной стряслось? Как все нормально. Пальнули, не иначе. Строить в такой холод гиблое дело. Не конечно. Золотая. Я с вами полностью согласен. Кто зимой строит? Ага. Вон оно, что, Михалыч. А зачем нам сюда? Не понимаю пока. Ладно. Пока оставим этот вопрос. Я где-то недалеко. Только понять не могу, недалеко от чего.
Да? Ну, что-то я совсем запутался тут. Какой-то человечек или что это? Не там, надо выше. Так, ладно, хотя бы письмо нашли. И то ладно. Что на этом острове у нас еще? Человечек какой-то. Ну это там. Так, это у нас все высоко-высоко находится. А как отсюда вот выходить? Как выходить отсюда? Тихо-тихо-тихо-тихо, не разбейся. Не разбейся. Ага. Так, уже хорошо спустились. Так, это свет всего лишь. А вот человечек где-то тут. Какие-то. Осмотрите скальные рисунки орлиным зрением, чтобы обнаружить их секретные. Что-то должен сделать здесь или все, или на этом все? Просто посмотрел и хорош. Блин, блин, скажи. Давай. Да нет. Отцепись. Кто вам сказал, что мы куда-то вообще едем? Просто я, капитан, зашел на борт. Не более. Так. Блин. Так, пока мы с ним не будем говорить. Вот так. Мы пойдем другим путем. Достал. Так бы всегда. Так, а чего у нас там? Блин, Атлантис. Ну, 700 с лишним. Да и это с другой стороны было острова. Это я потом поищу. Люблю вот, вот эти поиски, мне самые больше нравятся. Итак, что у нас остается? У нас остается ты не можешь, нет, кувыркаться то через лестницу.
как все там находится. И подниматься тоже надо как-то умудриться там. Давай. Вот так. Еще выше. Ага, вот отсюда мы потом сиганем. Только я уже здесь все собрал, всех убил, всех победил. За это мне большой плюсик. И куда? Где-то еще один алмаз. Вот так. Ну-ка, плывем. Из-за принципа сюда не поплыву через корабль. Попробую вот так пробраться. Смогу? Северное сияние, кстати. Ох, жалко, когда у нас было. Я не видел, оно только утром было. А я спал. Блин, первый раз в этом жизни красивая попадалась. А, звездопад. Я спал. Кстати, хороший звездопад такой был. Так что. Не абы кто. Не абы что. Не насрано было все-таки. Поговорить хорошо. Давай наливай. Поговорим. Ну. Вот, взгляните. Позаимствовал эти чертежи на одном корабле Королевского флота. Никогда не видел ничего подобного. Отлично. Мощное оружие всегда, кстати. Охотник, позвольте представить, мой компаньон Шей Кормак. Господа, еще новости. На том же корабле я видел нужный вам манускрипт. Он написан на неизвестном мне языке, и в нем множество рисунков. Разные кошмарные растения и животные. Ни одной карты или плана? Нет. Возможно, это шифр, но ни мне, ни англичанам не удалось его понять. И где он сейчас? Тот, кто его принес, сказал, что его прислал в Вашингтон. Знакомое имя. Известный тамплиер, не так ли? Да. Тамплиеры способствовали взлету Лоуренса Вашингтона. Шей, надо найти его. Спасибо вам, сэр. Так, ну задание выполнено. Так, при абордаже потопить корабли менее чем за 3 минуты. Нормально пока идем. Тихо, тихо, не разбейся, красавчик. Подожди, а у меня, кстати, у меня же ремесла. Так, нужна одна. Так, кобура. Так, это у меня есть. Шкура арктического зайца, шкура канадской крыси. Так, ну вот мы себе здоровье прибавили. Сумка для дымовых бомб из ца. Подсумок. Так, в этом подсумке боеприпасы на 10 дополнительных выстрелов. Шкура оленя, шкура бобра, шкура лисы, шкура песца.
Так, ну у меня пока дротиков нету. Дротики петарда. Господи. Яд берсерка. Все, разблокироваться надо. Ну-ка, ячейка появилась. Ячейка появилась. Все-таки не зря за зайцами охотился. Так. Вот теперь отплываем. Капитан ведет! А куда нам дальше? Туда, где... Так, куда нам дальше? А куда нам, кстати, дальше-то? Ну? Охренеть, это я все проплавал. Мне бы вот сюда бы. Да, мне потом сюда бы вот съездить, я по картам. Ладно. Попозже. Попозже съезжу. Лайм, кажется, ты наконец хоть чем-то доволен. Он тамплиер и политик. Почему доволен? Так, ну-ка. Поднять якорь! Почему шевалье помыкает нами, как ему вздумается? Мы ассасины, как и он. Просто он более опытен и не ставите знать. Логично, что он руководитель. Ну, он и до этого постоянно мной командовал. И он что, ищейка, что лучше знает места? Шей, имей совесть. Он меня не уважает, Лайм. Едем. Я рискую не меньше, чем остальные. Может, даже больше. Но пойми, Шевалье тщательно обдумывает каждое решение. Точки быстрого перемещения, да, скоро мне его открыть будут. Так... Интересно, сколько еще опыта мне набрать, чтобы самому решать, что и когда делать? Взрослее, чем теперь. Мы спали, где придется, клянчили еду, но хотя бы сами решали, где и когда. Паруса опять! Ключи к ветру! Готовы! Огонь! Ну что, за абордажные крюки? Готов. Конечно. К бою, сэр! Вот сейчас мы. Убавить ли себя? Они совсем близко! Тащи их сюда! Хватай их за жабры. Блин, у меня будет корабль вообще такой большой какой-нибудь. На 40 пушек. Блин, забыл, как называется он. Тяни его. Убейте команду, 5 врагов. Сюда. Подожди. Ну-ка. Еще немножко. На. Мы захватили. Блин, мне хотят вас в шкуру бы вот лучше. Так, что вот? Если мы потопим, что мы будем? Табак там. Он меня это вообще не интересует. Тут деньги только избавиться от вражеского корабля. Не, починим лучше. Все, мы поняли, что нам грабить теперь смысла нету. Мы богаты. Столкновение! Поймать ветер! Давай. Все паруса, парни! Полный вперед. С боем, ребята! Блин, блинский.
Ну, вроде песенка веселая. Ну-ка, поменяем. Против ветра, да, плывем? Северная Атлантика. Давай. Все, теперь у нас есть меню быстрого перемещения, я так думаю. Можем гонять туда-сюда. Мне теперь надо только какие-то бойные всякие эти приделать. Надо развивать персонажа-то. Чтоб он по кругу бегает, как лошадка. Ривил Вэлли. Июль 1752 года. Давай, орел. Ой, костервятник, белый гриф-стервятник. Грот отдать! Вперед! Отдать гроты, парни! Так, заходим в каждую. Не филоним. Все пор... Ойки вниз, по местам стоять! Все, причаливаем. Кстати, я так на мачту там еще ни разу не был. И ладно. Не очень-то хочется. Опаньки. Что мы тут имеем? Один трупик на вышке. И где-то кристаллик. А, вот он. Ага. Вот он. Так. Беги больше к нему. А мы пока сундучок возьмем. Что у нас тут еще осталось? Да спокойно вы. Вон. Вижу обзорную вышку. Ну, вы сразу на меня так подумали, кстати. Как вы к этому выводу-то пришли? Могу я узнать? Ключ. Бесконечно благодарен вам. Вы герой. У тебя же ключ там надо было красть. Подожди.
Вообще просто. Понятненько. Ладно. Мы пока не посмотрим, не узнаем, не увидим. Только как туда забраться? Ну-ка, подожди, давай сюда. Опа. Блин. Так, вы туда попадаете. Подожди, я посюда пришел? А мы посюда, значит, пойдем сейчас. Минутку. Вот. Уже хорошо. Где-то сундучок. Наверху. Сундук. Наверху, подожди. А, один хрен. Так, так, проходи. Давай. На. Хорошо, вы тут устроились-то. Прости, друг, но так не пойдет. Довольно. Все. Я тебя спас. Вы прибыли удивительно вовремя, друг мой. Удивительно. Сам в шоке. И мне туда не надо. Мне надо. Вон туда. Вот ты падла. Ладно. Мы вернемся еще к этому вопросу. Ползи, ползи. Посмотрим зверей, где у нас звери есть. Охотничье испытание. Какой заяц, неизвестно. Олень, заяц. Вот мне все звери необходимы сейчас. Ну, потом сюда вернусь и дособираю. А пока сюда. Давай. Опа. А тут-то, кстати, тепло. Не понимаю. Ладно. Потом разберемся. Вот он, сундучок. Да, отпусти ты его, господи. Мне надо
всяких тюленей, оленей насобирать сейчас, шкуры поохотиться. Так. Точка телепортации у нас есть. Давай, давай. Все, идем к испытаниям. Охотничим. На. Премного благодарен, сударь. Что вы здесь делаете всей толпой? Нет, вот это интересно. Так, давай посмотрим карту. Угу. Ну, чуть сюда. Ух ты. Вот так. Все. По-моему, разобрались. Есть еще? Олень. Вон там кто-то есть. Сейчас. Ждем. Тварь такая. Ладно. Опа. Прими вызов. Давай, испытание охотника. Испытание охотника. Принять. Добудьте как можно больше оленьих шкур за определенное время. Да нет, понимаешь. На. Ладно, хрен с тобой. Надо 5. На, не ушел. Есть. Давай, давай, давай.
Еще надо одну поймать. Твою мать. На. Все. На 100% успел. Но это не значит, что они мне не пригодятся больше. На. Вот так. Освободите заложников, оставаясь незамеченным. Так. Не думал, что скажу это незнакомцу. Я обязан вам жизнью. Это все здесь? Что у нас по карте показано? Вот. Какой-то заяц еще. Так, тут у нас ни порта, ничего нету, но зато есть охранительный корабль. Я уж не помню, корабль-то, по-моему, так можно на абордаж брать. Если доплывешь и зацепишься. А где заяц у нас? Зайцы позади. Только надо узнать, какие-то зайцы еще. Не, потому что... каких-то определенных зайцев надо еще для снаряжения. Так. Ремесла, ремесла. О, бура. Так. А, о, приобретено, приобретено. Недостаточно шкуры арктического зайца. Шкура оленя. Шкура зайца. Но остальных у меня пока еще нет. Ладно. А это что за улучшение? Клинки. Вот. Это... покупать надо в магазине. Ну, пойдем в магазин. Теперь-то уж можно. Я вас спас. Заметьте. И будьте мне благодарны. У меня еще какие-то там. Это что за это бонусы какие идут? Вы прибыли. Какие бонусы? Вовремя, друг мой. Ни хрена непонятно. Опять этот на вышке козел. Пошел нахуй. А вы якобы ничего не видели, да?
Все с вами ясно. Так и будете всю жизнь притворяться. Что ничего не было. Опа. Магазинчик. Мне много чего у тебя купить-то можно, да? Так, продажа груза. Линки. Так, ну давай вот это. Взял. Взял. Тоже взял. Калаш капера. Ух ты, ни хрена себе гарда-то какая. Нет, такое мне не надо. Комбо удар маленький. Скорость большая. Вот это, а хотя, да. Вот это мы возьмем и сразу поменяем на охотничий нож. Если у меня вот это охотничий нож, так, это 4 вообще. Мы просто закупимся, чтобы у нас все было. Полуторный меч. Ну ладно, по крайней мере подобрались с одного-то урона до хрена. Комбо удар 5, скорость 3. Пистолеты. Господи, у меня такая ничтожная, такой ничтожный пистолет был. Давай, кремниевый пистолет. Коллекционный какой-то, мне нахрен не нужен будет. Дальность поражения. Хороший, ну-ка, один. Дальность или поражение один. У меня теперь. Остальные, ну там находить надо, как я понимаю, разблокируется где-то по ходу, по-английски разблокируется по нахождению всех планшетов абстергов особ... О, ни хрена себе, пули. Так, это у нас заполнено. Это продажа охотничьих трофеев. Купить, о, купить охотничьи шкуры песца. Шкура песца. Ну вот, так тут можно закупиться. Давайте закупимся. Нам сейчас сделать, доделать здесь. Давайте я пропущу это закупки. А теперь давайте зайдем в ремесла. Приобретено изготовить. Так. Изготовить жилетку. Сумка для шинья, вот так. Шкура серого волка нужна. Сумка для дымовых бомб. Подсумок приобретено. Подсумок. Надо будет еще запастись тогда боеприпасами. Так. Нет, подсумок. Сумка для дротиков. Так. Так, кожа белых. Итак. Так, это какого-то не хватает. Шкура черного волка. Шкура серого волка. Шкура черного волка.
из шкуры серого волка. Хотя, конечно, я могу мне бегать по всему миру, искать этих животных. Ой, не-не-не-не, мне же надо эти пистолеты, боеприпасы. Клинки, пистолет, вот боеприпасы. Пули заполнены, дымовые эти заполнены, прекрасно. Я покидаю ваше прекрасное заведение, ставлю 5 звезд. Так. Вот так тебе. Ну и все. Так, а здесь у нас что? Переплыть реку. Подожди, мы сначала сюда заглянем. Ой. Вот и все. Что задумали, капитан? Что задумали? Купить улучшение. Подтвердить. Корпус. Вон корпус, смотрите, как мы усилили. По максимуму. О, бортовые орудия наконец-то. То, что мы и хотели. Тяжелые ядра по максимуму. А, чтобы улучшить, понятно. Условия продолжать, чтобы разблокировать. Так, это что такое? Мощность горючего масла. А, бомбы же. Так, мощность обычных ядер. Где тяжелые ядра при попадании сокрушительного носа небольшого расстояния, а надо на маленьком расстоянии, значит, это вплотную подходишь. Черные ружья. Пакла позволяет мортиру наносить урон по уязвимым местам. Ага, мощность разрывных ядер. Ух ты. Так, а они как действуют? При попадании наносит огромный урон в ограниченной маневренность вражеского корабля. Прекрасно, прекрасно. Позволяет ружьям паковать небольшой крест залпом. Давай. Отсек для тяжелых ядер, конечно. Так, у меня где-то там. Так. Каюты экипажа. Ну там мы увеличим. На абордаж будем брать. Пусть спят ребята. Как мне говорили, что я за ним о них не беспокоюсь. Трюм приобретено. Броня. Вот она, китов, кстати. Шлюп-шлюп. Мощность гарпуна. Так, улучшенный отсек для гарпунов. Ну все, да? Боеприпасы. Ну, я хотел паруса поменять. Или где-то можно в другом месте поменять. Тяжелые ядра могут нанести врагу огромный урон, но эффективны не только на небольших расстояниях.
Переведите взгляд на борт своего корабля, а затем просто нажмите для выстрела. Ну, это мы знаем. Там еще и разрывные были. Неплохой корабль. Спасибо за доверие. Так. Нам отсюда? Сюда. Ну. Вот теперь вот мы воспользуемся вот этим ускоренным процессом. А, вот так вот переплывается. Реку. Море, это река, что ли? Это морская какая-то штука. А мой корабль там. Ну ничего страшного. Так. Будем потихонечку. Полегонечку. А ты-то где тогда? О! Стоишь и не знаешь, что твоих людей убивают. Сюда. Раз. Оттянулись. На, как-то так. Как-то так его захреначили. Ладно, как-то ноги не переломал. В общем, что-то он мне хотел сказать, в чем-то меня хотел обвинить. Нам на него наплевать и на его обвинения тоже. Там спускаться, ага. Значит, мне все равно так вот как-то ползти. Стой. Вот так, меня обмануть хотели. О, в каюте капитана доступно улучшение. Кто-то подобрал? Хорошее. Вот здесь прячешься. Или падать намеревался. Паруса хочу себе поменять. Красивые какие-нибудь. И на нос. Там какой-нибудь. На. Поохотились.
Так, а здесь у нас что? Опять гражданина бьют. Как вы задрали. Ты после испанской горячки позабыл о приличии. Вот так, с ним не надо. Беги. Благодарю. Я в долгу. Капитан Порта. Так, а я что-то не вижу. Никакой вышки. Ой-ой-ой. Поехали. Песенка будет моей. Вот и все. Так, вот мы забрались на землю. Куда не могли, да? Куда хотели там. Совсем понимаю, куда мне тут. Осторожно. Блин, не сюда. Просто так. Опять здесь. А, вот же лесенка есть. А я кого-то... Ну давай, расскажи мне задание. Тамплиеры хотят понять природу этих артефактов. Их шпионы обращались ко многим ученым людям в Нью-Йорке. Мудрецов моего народа тоже расспрашивали? Да, манускрипт видела уже половина города. Но никто так и не смог понять, что в нем написано. Хотя есть имя. Мы узнали, что манускрипт прислал Лоуренс Вашингтон. Лоуренс Вашингтон. Делец-политик из Виргинии. Один из высших тамплиеров. Да, я слышал, он вернулся из Вест-Индии. А его мажордом забирал странную посылку. Значит, скоро посылка будет у него. Шей... Выясни, что в ней, и найди Вашингтона. И разузнай, как можно больше. Подготовлю Морриган. Без проблем. Получается, на мне вся политика в стране. Не добуду куропатки, беспременно быть в войне. Чтобы английский посол с голодухи не был зол, головы не пожалею, обеспечу разносол. Слово царя дороже крепче сухаря. Пошлет на медведя, пойдешь на медведя. Куда деваться, надо, Федя? Так, ну ладно, мы-то не на медведя. Так, что у нас здесь, кстати, в магазинчик зайдем, давайте. Узнаем. Какое оружие нам доступно. Продажа крузов. Клинки. Угу. Пока еще недоступны пистолеты. Пока еще недоступны боеприпасы. Он нехонький. Ой, да спокойно. Удю, удю, удю. Блин, а как тут порты захватывать или как? Чтобы быстрые телепорты у меня были. Штурмана! А,
Так я вот прямо перед заданием стою. Хорошо. Немного удачи, и мы выйдем прямиком на него. Удача — это миф, Лайм. А Вашингтону ее не хватает. Ветер крепкий, Шай. Вот оно. Есть. Корабль! Последите за посылкой. Затаимся. Бросить якорь. Штормка. Лоуренс Вашингтон — богатый делец. Рабовладелец. Тамплиер. Мы сбились со следа год назад. Мне удалось узнать, что он на Барбадосе. Но я не мог проверить. Так. Так, по-твоему, выходит, что он связан с кражей артефактов, да? По ветру! Не исключено. Гаити недалеко от Барбадоса. И возвращение Вашингтона Гаити, в колонии Таити. Явно связано с артефактом. Контроль тамплиеров в колониях не допустим. Как бы ни было, Лоуренс Вашингтон должен умереть. Я позабочусь об этом. На рейф! Спустить паруса! Веселя, спусти! Отдать роты! Капитан, блокада! Нам не пройти! Шей, догоняй корабль по суше. Понятно. А ты проведи Морриган в обход. Понял. Найди сверток и Вашингтон. Сами найди-то вы! Отдать я! Тоже мне. Паркуемся. Ну это там... Вашингтон должен умереть. Должен. Умрет. Опа. Давай, 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 давай. Так, я вот только понять не могу, следующий будет черные паруса или перед ним должны были быть черные паруса. Догнал. Есть. Захватите посылку. На. Так, они только бегут сюда. Подожди. Сойдет. Clear shot!
Давай, ползи сюда. Вот и все. Вали отсюда. Ты что-то заподозрил? О, все-таки я говорил, блин, ключи все-таки воровать, да? Только ключ-то от чего? От сарайки. А где сарайка? Веселая мелодия. Вот это же сарайка грабится. Нет? Давай. Отсюда я спрыгну. Ничего не будет. Я уже прыгал с такой высоты. Взяли письмо. Тихо. Тут целый город оказывался еще за ним. Охренеть, действительно целый город. Но потом мы сюда вернемся. Для начала осторожнее, не переломай себе копыта. Ты же не бессмертный. Так. Yeah.
Забираем. Ох, ты падла. Ключ. Блин, вот забагал. Нормально. Так, и что это? Ружье? Эй, ты! Стой! На месте. Невероятно. Оно беззвучное. Благодарю. Мастер Вашингтон. Ну, приобрел. Духовое ружье эффективнее и бесшумнее оружие. Стрелять дротиками со снарядом или ядом берсерка, а также гранатами и петардами. Вы можете купить дротики и гранаты в лавках или изготовить их самостоятельно. Как-то это странно. Не такого я ожидал. Найду Вашингтона и расспрошу его. Так, тогда подожди. Когда получается... Ой, не то. Ремесла. Получается, я уже могу. Ага, сумка для Шенбао. У меня Шенбао нет. Так, сумка для дротик. То есть у меня все есть, только... Надо дальше идти. Хорошо. Идем далее. Пока вот так вот будем. Кстати, а мы... Ага, у меня такой карты нету. Так расправлюсь, пока что смогу. Следующий. Да ё-моё. Дают твою мать. Keep the slippery bastard in sight, boys.
Вот так. Сначала надо найти Вашингтон. Артефактами займусь потом. Не, сначала займусь артефактами. А Вашингтон уж как-нибудь подождет. Артефакты. Ах, вроде здесь и нету. Где-то за спиной у меня. Ну давай подберем, раз уж мы здесь. Может, какой-то бонус мне даст. Ага. Салюты, да, любите? Найдите, внимание, остановитесь, назначим на приеме в саду. Найдите Лоуренса Вашингтона. Нашел. Брат, может тебе все же стоит прилечь? Все нормально, Джордж. Побудь радушным хозяином. Спустись в винный погреб, принеси что-нибудь для гостей. Ладно. Господа. В очках, блин, это. Крыса там, какая-то версия была. Мой ассасина. Брат, светлая душа в царстве теней. Вот моя последняя просьба перед смертью. На бомжи и работал. Оставьте Джорджа в покое. Он не имеет никакого отношения к делам Ордена. Мы выполним ваше желание, сэр. Благодарю, господа. Мастер Смит, вы готовы отправиться в путь? Да, сэр. Я вернусь с ответами. Мастер Уордроп, вы раскроете тайну манускрипта. Да, сэр. Скоро мы все поймем. Что ж, тогда за дело. За дело. Так, а мне-то с тобой надо поговорить? Вашингтон едва держится на ногах. Лайм, надеюсь, ты прав. Ведь я убью смертельно больного. Вот так. Давай. Опоздал, ассасин. Разрушить планы тамплиеров никогда не поздно. Мастер Вашингтон. Но мои планы воплощаются в жизнь.
ты пришел сюда, а значит, у моих союзников есть время скрыться. Спасибо за столь быструю смерть. А тебе спасибо, что раскрыл свои замыслы, коварный змей. Ой, мне еще бежать надо. Используйте, чтобы выбрать дымовую бомбу, затем нажмите F для ее применения, чтобы на несколько секунд останавливать противников, позволяем скрыться или легко с ними расправиться. Вот черт! Надо бежать. Надеюсь, ты привел корабль. Да беги. Вот и все. Это что, мортира? Это не смешно. Так, выбегаем из сада. А вон мой корабль. Пока все идет по плану. То, что мой корабль серьезно поврежден, это я без вас вижу. Сваливаем. Да ё-моё. Блинский. Так, у меня какая задача-то сейчас? Покиньте область. Лоуренс Вашингтон мертв. Ты разочарован. Он был настолько болен. Там карта была, кстати. Что сам умер бы через месяц. Еще там были два тамплиера. Работали с манускриптом и шкатулкой. Артефакты у них? Не знаю. Возможно, я не уверен. Ты сделал для братства то, что должен был. Мы найдем их потом. Выше нос, Джей. Мы не часто доставляем тамплиерам столько бед. Задание выполнено. Господи. Ну что ж, думаю, на этом все. Давай посмотрим, будем закрывать серию. Подсказки, цвет границ, мини-карты указывают на ваш текущий статус столкновений. Воспоминание разделено. Сколько времени прошло? Пара месяцев. Вирус перекрыл доступ к полным воспоминаниям. Все перемешалось. В колониях скоро начнется 7-летняя война. Все внимание на ассасинов. Сделаем, что сможем. Верно? О. Доступное изготовление. Ну что ж, на этом все. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Увидимся в следующем видео. Пока!